Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, даже коллеги. Это Fallout of Shattered, 5 сезон, 7 серия. Сегодня, как всегда, как обычно, продолжаем расширяться и разливаться. Итак, у меня есть, конечно, несколько хороших новостей, то что скоро будет только прохождение по PSP. Очень много игр будет скоро прохождение. А насчет PlayStation 1 пока что не будет, она будет пока отложена на некоторые времени. Пока есть игры куча на PSP, поэтому после не той игры, а после следующего, когда я выложу готовые, потому что после этого выйдет компьютерная игра. Одна на делится, которая по сюжету две части. А после этого мы будем играть в другую. И как раз и будет PSP игра. Убитого плюс уже 10. Отличное задание выполнено. Исследует место наше тоже выполнено. Как быстро ты все исследовал. Это он наш. СОС расследовал больше всех. Я один только оружие нашел, а собрал 179 и по заданию просто выполнил. Просто офигеть. Это, конечно, хорошо. Так. Прежде у нас просто мало энергии, как всегда, как обычно. Вот эти две задания лучше не отнимить. Вот то, что улучшить комнату, это не трудно. Нет, серьезно, это не трудно. Один. Два. А, не хватает. Хватило на одного. Понятно. Шестой уровень. Просто замечательно справляешься. Так, по-прежнему у нас мало, еще мало. Да ладно, ты что, совсем охренел, что ли? Провал-то провал. Совсем бразил. Сейчас скоро здоровый отключится. Но вообще он не может ускориться почему-то. То есть быстро производить. Блин. Так.
наша задача вот этого улучшить просто. Да, это будет, да, за следующий день. Так, вот если надо выполнить. Так, счастье, это я знаю, как это выполняется. Поездим. И туда. Опа. Оттуда только что мы вытащили, сразу же таким образом. Замечательно. Продолжает наш СОС путешествовать. Я понял тебя, когда ты трясешься, ты, значит, где-то здесь. Надо сделать так, чтобы они были счастливы и так далее подобное. Не стоит беспокоиться, мы все сделаем как надо. Все нормально, все нормально. Мое задание выполнено. Мы их просто двоих сразу сюда, потому что надо выполнить. А там всего три. А у нас сейчас один за двоих. Их и будет. Пока держится. Пять, четыре, три, две, одна, пуск. Да, но очень мало. Я не знаю, что творится. Почему провал? Я не понимаю. Может быть, вот это все продать? Смести? Будет вот этим, типа, там улучшено. Я понимаю, что, но я просто так, это мое такое, наверное, положение такое. 60. Ладно, хрен с ним, пусть будет 60. Два из четырех выполнил. Зато уменьшилось, конечно, возможности. Ничего страшного. Мы сюда... Знаю, что я сделаю. Сюда мы положим силу, а сюда ловкость. А здесь интеллект. Я имею в виду такой специальный класс, который будем улучшать навыки персонажа. Точно. Место склада. Вот так и мы поменяем. Поэтому не зря я его продал, две эти вещички. То есть, снес, в смысле, комнаты. Так. Почти скоро. Так. Они все одинаковые, и у нас общее количество. Количество 40. Ну, потому что мы убрали 2, которые получилось как по 10. Почти 60, но все равно у нас 8. А что мне предлагаете? Это не могу ничего сделать. Нет, насчет фаджбокса, заключение там покупать, конечно, можно, но только либо через бытовой карточкой.
Да, было бы круто, но, к сожалению, ребята, я не покупаю, если честно говоря. Да, цена такие и на животных тоже. А, это вода, а мне казалось энергия. А вот сейчас энергия будет. А может быть мне стоит сделать третью? Место по два. Я имею в виду энергию. Может, она даст больше потребания. Но у нас мало, поэтому нам придется иногда сделать такое, которое я не... Кто-то говорил, что я не собирался такое сделать. Я имею в виду хламы. Ну, вот этот самый дорогущий за 200. И вот это тоже. Только это за 50. Это за 200. И за 50. Мы получили, да, очень много. Скорее всего, нам придется третьи комнаты создавать. Но цена дороже будет, естественно. Энергии будем потреблять уже не таким образом. Ну надо же. Всего проблема в том, что у нас было мало энергии. Боже Иисусе. Нам все равно скоро придется население увеличивать. Нам нужно еще больше людей, чтобы здесь работать и здесь. Ладно. Я как раз хотел пассиву, там все такие навыки, ну, то, что сделал, ребят, то, как там говорят, то, что пожмешь, то, что уже... Да. Я уже забыл там половину слов. Вот, я и говорил, сейчас они у нас... Так, ты у нас, по-моему, занимаешься у нас. Опять дергается. Поймал. Если вы там вдруг заметили, то это для меня она дергается. Это показывает присутствие торговца. Да, серьезно. Насчет игр PSP, у меня во всех играх он будет только без моего голосовой связи. Чистое прохождение будет. Без моего участия. Те, которые я имею в виду вообще, в смысле, уже будет скоро. Даже если там нет сюжетного, ну там то есть есть там некоторые. Так, я не это хотел. Выйди. Хе-хе. Так, выйди, то есть. Так, энергию мы потребляем, все равно мало. Пожалуйста, его выручайте. Она, конечно, мало, но нам нужно вот это улучшить и все. Идея понятна.
Это у нас сейчас 25, потом будет 52. То же самое, все одинаковые будет. Здесь у нас только для воды. Тоже мы скоро лучше. То есть растением. Так. Некоторые, конечно, нам требуется там улучшение. Вот сюда у нас, где у нас. Смотрите, у нас будет вот здесь. На нижней это будет у нас. Как его? А. Радиостудия. На втором строке. А на третьем месте здесь у нас будет две силы и ловкости. А вот то есть интеллект у нас будет еще ниже. Теперь уже придется немножко переставить, да, местами теперь. Так, они там останутся. Нет. Так. Так. Энергии у нас уже дали, да, я знаю. У нас сейчас все равно это мало. Поэтому еще немножко побольше накопим. Кстати, я чуть не забыл. Некоторые просто серии бывают у меня длинные, бывают и короткие, потому что все зависит там от обстоятельств. Так, хорошо. Если нет, я не ошибаюсь, ты у меня работаешь. Сила один. Да, ты с водой занимаешься, я помню. Ты у нас с водой занимаешься. А она единственная, кто у нас занимается производством лекарства и СОС тоже. Только жалко, что... А, костюм профессора надо только ему дать. А СОСу, чтобы он тоже больше приносил. Так, ладно, я ее обратно отправлю на производство лекарства. То есть она там работает. А потом мы поменяем местами, что СОС у нас будет производить только лекарства. А сама девушка у нас... Ханар. Такой-то. Но будет производить только от радиации. Противоядие, можно так сказать. Да, пожар так пожар. Сразу так сразу. Да и не вовремя паразит. Так, у нас будет три комнаты. Только столовой и энергии воды. Будет по две одинаковые, только у нас выходит энергия, потому что первый всегда да, уходит больше энергия, чем голод и воды. Так, посмотрим, как ты там у нас. О, собрал еще один револьвер. От одного до двух любых, от трех до четырех урона вносит. Так, ты у нас продолжаешь, ты использовал от радиации, у тебя есть учебные, ты продолжаешь путешествовать. 2 часа 11 минут ты уже находишься там, на путешествии. Итак, ладно, ребята, мы вернемся в следующей серии, а сегодня я с вами прощаюсь. Большое всем спасибо, пока и удачи.